Օրդ բարի, մեր սիրելի ուսուցիչներ, ծնողներ եւ հյուրեր։ Այսօր ապրիլի 7-ն է։ Այո, այսօր մայրության եւ գեղեցկության տոնն է։ Եվ իսկապես ուզում ենք ձեզ մաղթել ամենայն լավն ու բարին։ Թող խաղաղ լինի մեր երկինքը։ Այսօր հանդես են գալու առաջին 9-րդ դասարանի աշակերտները։ Գիտեք, այս համերգի գայացման գաղափարը եղել է մեր դպրոցի աշակերտներինը։ Վայելեք այս կատարումները եւ խնդրում ենք խիստ չդատեք։ Դե ինչ սկսեցինք։ Այսօր չէր կարող չլինել մեր դպրոցի բեմում Բաբաջանյանի երաժշտությունը եւ այն կկատարի 8-5-րդ դասարանի Մոնիկան եւ Լոլիտան Միմոզա։
Thank you.
Իսկ այս անակնկալի երիտով հանդես են գալիս միջոր դասարանի տղաները։ Вспышка молний, грустный клоун, клоун с осенью в сердце, лиричный и загадочный, таким его знал весь мир. Но мало кто знает, что Леонид Ингибаров писал новеллы. Две из них сегодня мы посвящаем вам, нашим мамам, учителям и, конечно же, Сусанне Грантовне, которую помним и любим. Итак, Леонид Ингибаров, сказочник. Всю ночь в огромном доме светилось одно окно. За окном жил сказочник. Некоторые называли его поэтом. Он писал сказки и дарил их людям, потому что без сказок людям живется трудно. У него на столе лежало много разноцветных карандашей. Страшные сказки он писал черными карандашами, а веселые – красными, желтыми, зелеными. Но однажды какой-то злой и неумный человек взял и похитил все его карандаши. Он оставил сказочнику только черный и белый, и уходя сказал: «Вот теперь он будет писать так, как надо». Долго стоял опечаленный художник у своего опустевшего стола. Потом поднял воротник куртки, погасил лампу и вышел. Он шел не зная куда. Он долго шел под дождем по своему городу. Когда он устал и остановился, его щеке прилип мокрый березовый листок. И он увидел, что листок темно-зеленый. Затем он увидел, что асфальт серебристо-серый. Горизонт уже светло-голубой, а крыши домов чистые, черепично-красные. Он улыбнулся, собрал все эти краски и вернулся домой. Он снова пишет, он снова счастлив. Леонид Ингибаров. Зря, просто так обижать человека не надо, потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? К тому же, еще не успевший ничего написать, даже турецкий марш. Вы его обидите, он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой. И на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей. А значит, и меньше хороших людей. Конечно, иногда можно обидеть, ведь не каждый человек Моцарт. Но все же, не надо. А вдруг, не обижайте человека. Вы такие же, как он. Берегите друг друга, люди. Իրենց նազանի բարով հանդես կգան ընկիչոր դասարանի Ղազարյան քույրիկները։ Thank you.
գեղեցիկ երգն նվիրում է աշխարհի բոլոր տատիկներին։
7-րդ դասարանի Էմիլի կներկայացնի մեզ։ Мама, говори мне, рожденный малыш, я боюсь приходить в этот мир. Сколько тут неприветливых злых, глаз колючих, усмешек чужих. Я тут замерзну, я тут простужусь, я промокну под сильным дождем. Ну, к кому я тихонько прижмусь, с кем оставшись побуду твоем? Отвечает ему тихо Господь, не печалься, малыш, не грусти. Ангел добрый, последний ж будет смотреть, пока будешь мужать и расти. Он будет тебя нежить, качать, наклонясь колыбельные петь. Будет крепко-крепко груди прижимать и крыльями бережно греть. Первый зуб, первый шаг видеть твой и ладошками слезинки стирать. А в болезни, склоняясь над тобой, шор губами со лба убирать. И когда, начиная взрослеть, ты дорогу отыщешь свою, ангел добрый последний будет смотреть, повторяя молитву свою. Как же ангела имя? Скажи, как мне его среди тысячи знать? Это вовсе не важно, малыш. Ангела будешь мамой называть. Դիմավորենք 7-րդ առաջին դասարանի Վովային, որը գիտի, թե ինչպես հաղթահարել դժվարությունները. Thank you.
Нерка. Oh,
I'm alive for my family.
персояна ми з балеристкой его повидим и мамусом. Моя рада, да, подать в уме, моя церковь, здорово, в уме.
երկրորդ դասարանի աշակերտուհի Գրիգորյան Մարիան։ Smile for your heart is sick.
Yeah.
Yeah.
մասնակցեցիք նորինությանը, որ մեզ աջակցեց այս ամենի կազմակերպման գործում։